написал. Едешь на учебу? Почему? Не еду. Потому что. Лишний байк. Не хочешь? Нет, не хочу. А что, да не надо на учебу. Ну и не надо на учебу, ну и ладно. Не больно ты хотелось. И не больно-то и хотелось, да. Вообще не хотелось, я могу сказать. А вы флешку отдали, что сказали, что поможет? Нет, еще ничего, рано еще. Флешку? Флешку, да. Вещам то не туда. Как настроение? Да ничего, нормально. Вот хочу на весы встать. Товарищи бойцы, подойдите сюда для подписания контракта. Товарищ боец, как дела? Тихо, тихо, Здорово, живем. Здорово. Как дела? Отлично, пока. Сейчас посмотрим. Завгородний. Знакомая фамилия. Завгородний? Да, о, привет. Завгар. А вы что, тоже участвуете? Классненько. Ну, Андрей Викторович сегодня подъехать должен. Да? Завгородний Дмитрий здесь. Яшин Сергей. Здесь, здесь. Иванов Юрий. Юрий Иванов, где ты? А что, надо мне за него, что ли? Да нет, ничего не надо, он нужен. Ну, да распишусь давай, чтобы... Макарющенко здесь? Да. Качалин? Давай, короче, ты даже первый. На, ручка и Яшин. Не, здесь ничего не надо. А, это вообще проверяешь просто? Кто? Нет, я уже все проверил. Контракт нужно подписывать. Вот вам один на двоих. Все, идите на один на двоих? Да, один на двоих. Что за братуха? Юрий Иванов Викторович. А что тут? Вот я, да. За Ингрис, ищите. Там паспортные данные? А, блин, а на паспорт. Там другой звонок. Кто на плечи? Гражданин. А тела у нет, нифига. Бабарыка здесь? Ты что писать, гражданин? Бабарыка, Родион. И фамилия, имя, отчество. После гражданина, да? Ну, конечно, тебя. Родион, идем сюда. Табачников? Давай. Ты, да? Родион! А как они? Я, честно говоря, не знаю, потому что не этим направлением занимаюсь, но они, ну, короче, выбирают для себя время удобное. А район? А район?